действительно, у нас сейчас необычные прогнозы погоды. Наш новый ведущий. Представьтесь, пожалуйста, еще раз для тех зрителей, кто смотрит этот выпуск впервые. Звать меня Анатолий. Родом из города Иваново. А сколько вам лет, Анатолий? 57 лет. А, понятно. Вы давно на улице? Так, 2 года, но проживал там в больнице где-то. Участник работал, проживал, но в основном на улице. В прошлом выпуске вы нам сказали, что у вас есть заветная мечта – это купить маленький домик где-то под Иваново. Вот скажите, зрители спрашивают, ведь так много брошенных домов есть, почему нельзя просто взять, занять этот дом? Господи, это как бы, ну, неофициально, что ли, это выгонят оттуда просто и все. Ну, то есть власти. А, соседи? Разрешение какое-то надо, да, на это. Соседи неадекватно реагируют. Да. А если жить в таком доме, то чем заниматься? Вот как бы вы хотели работать? Где работать? На земле, что-то делать руками? По огороду, только работы там такого, надо далеко куда-то ездить. По огороду, своим хозяйством заниматься. Потому что, вот, например, многие люди считают, что есть бездомные, которые сами выбирают вот такую долю, которые как бы не стремятся каким-то образом изменить свое положение. Вот вы сами, как вы, что-то хотите изменить в своей жизни? Я-то хочу это, да. Но пока не получается, да. А есть среди ваших знакомых люди какие-то, кто вот сознательно как бы выбирает вот этот путь? Ой, это единицы такие, они уж привыкают к этому образу жизни, то есть, ну, попрошайничают там, этим живут тут. Уже не изменить, да. И больные становятся, уже нетрудоспособные, да. А вы, если все-таки вот эта вот мечта ваша осуществится и станет реальностью, потому что многие очень откликаются, людям хочется помочь. Если вот сейчас у вас вдруг начнут появляться какие-то деньги, вы их будете тратить или будете копить? Буду копить на домик в деревне, да. А вообще, конечно, к бездомным отношение такое неоднозначное. Многие люди вот отворачиваются, отсаживаются в метро. Что вот вы чувствуете в этот момент? Ну, правильно, если зашел там запахи от него грязные, конечно, люди отворачиваются так, по идее. Надо как-то держать себя в руках, да. Есть где помыться там. То есть, ну, в принципе, в Москве можно найти, да, какие-то такие места? Да, в Москве-то можно, а в регионах там нет такого, да, как в Москве. Ну, грустно, наверное, ощущать на себе такие взгляды отведенные. Конечно. Действительно, сейчас у нас вот период холодов, очень тяжело выживать на улице, сложно. И сегодняшний день вот тоже стал довольно-таки холодным. Давайте сейчас, наверное, расскажем, что у нас будет завтра с погодой. Завтрашний день в Москве будет немного теплее, чем сегодня. По прогнозу, воздух в середине дня прогреется до 11-10 градусов. С юга к столице приблизится более теплая воздушная масса и немного отодвинет холод на север. Облаков в небе станет больше, но атмосферных осадков не ожидается. Снежная буря, прошедшая в Москве, на прошлой неделе отправилась на юг Урала и в Сибирь. До этой территории сейчас выпущено предупреждение о сильных снегопадах и метели. В Москве же до конца рабочей недели снегопадов не ожидается. Температура будет на 3-4 градуса ниже нормальных для этого времени значений. Надеюсь, период длительных холодов, который был в декабре, не повторится. Правда, пока по предварительному прогнозу до конца месяца днем будет не более 10. Если вы хотите нам помочь, то адреса благотворительных организаций вы можете найти на сайте телеканала «Дождь».